лишний раз говорит о том, что одного таланта и мастерства недостаточно для того, чтобы сделать хорошую карьеру и проявлять себя в спорте. А вот сейчас может быть опасно. Ворота, пустой удар! И 1-0 счет становится! Мы получаем сумасшедший второй тайм. Лидер чемпионата пропускает, по сути дела, единственную такую разумную атаку своего соперника. И в начале второго тайма «Крылья Советов» выходят вперед. По-моему, ну совершенно никто не ожидал такого развития событий. В полном одиночестве атаковал сейчас нападающий самарской команды. Ворота ЦСКА. Один он-то был в штрафной площади в окружении соперников. Ну вот так вот развиваются события в этом матче. Игнашевич дает мяч, во-первых, принять Яховичу, а во-вторых, нанести удар по воротам. Ну вот видите, не случайно я вам напоминал статистику этого футболиста. 25-й матч за «Крылья Советов» и 13-й мяч он забивает в составе своей команды. То есть забивать-то он умеет. Если в первом тайме его было не видно, то в начале второго тайма он все сделал, как и положено нападающему. Зацепился за мяч. То, о чем мы говорили в первом тайме, что он не цепляется за мяч. Он умеет это делать. Обработал, увидел ворота, принял мяч, пробил, забил 1-0. И самое интересное теперь у нас впереди. Опустошение сейчас на скамейке ЦСКА, конечно. Никто здесь не ожидал.